Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить первый Far Cry. Итак, мы с центра управления выбрались. Настоящая зона боевых действий. Потому что это именно она и есть. Я получаю подтверждение по всем каналам, Джек. Так, мы выбрались из центра управления. Бляха! Дробаш. Нет! Лех попал все-таки. Вот, мы выбрались, короче, из центра управления. Свел у нас нет связи, так и нет. Дойл говорил то, что она находится, короче. Леха! Находится на другой части острова. Так резко все началось, вообще просто жесть. Вот. Поэтому нам нужно скорее ее, короче, найти. Джек, отправляйся на юг к главному архиву. Ты найдешь там Вэл. А, она у главного архива. Отлично, хорошо. Хорошо. Аптечка, все это у меня. Все. Отличная сохранка. Все шикарно. Бляха. А вот улица это жопа. Мы же повыпускали, короче, трагенов. Всю эту дичь. Да в смысле? Я его убил. Они что, вместе воюют? Надо встретить вместе. Так, мне надо понять, короче, куда в первую очередь бежать. Я думаю, на вышку, короче, я сейчас заткнусь на вышку. Опа, новое оружие, которое я пропустил. Давай его возьмем. Я, короче, поменял на М-ку. Я думаю, что патроны от М-ки к ней подходят. Сейчас заберемся, короче, на вышку и осмотрим. Здесь есть еще пушка, смотри. Осмотримся. Охренеть, тут дичь просто творится. Ты смотри, что происходит. Что происходит, мать твою? Да в смысле, сядь. Так, мне надо вышки сначала, наверное... загасить. Раз, снайпер. Два, снайпер. Отлично. Вышки готовы. Да бляха. Да в смысле? Вы там... спецназ хером. Тоже отстреливайтесь. Потом с вами... Да в смысле? Потом разберемся, короче, с вами. Надо сначала трагена загасить. Смотри, там какой смелый чувак. Так, минус один. У меня патроны кончились. Кстати, у этой штуки есть... есть это. Гранатомет. Летит. Я ему хоть какой-то урон наношу интересный. Вот этим всем. Вот этим вот всем. Бляха, у меня все кончилось.
У меня все кончилось. Где ты? Охренеть на него. Да блеха. Да хорош, ну. Куда он делся? В смысле? Еще один? Я думал, я загасил. Нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все, больше никого здесь. Да, он прыгает еще. Ну и где вы? О! Да, я думаю, здесь надолго. Сразу не встали, короче, возле этой. На, нахер. Хюро! Его просто от этого, от того, короче, и он живой. Опять там под мостом встал. Блюдок. Давай я пока с тобой разберусь. Ай, да в смысле? Блех, он как с пулемета с этой базуки херачит. Ну умирай ты, ну умри ты уже наконец-то, ну. Охренеть, у меня все патроны кончились. Отлично. На. Ой, как далеко. А-а-а, это еще и не та. Какая же дичь, какая же дичь, ну! А там двое, короче. А это не повернется туда? Ты кого-то убил. Остался один. Отлично! Все? Эх, у меня только дробаш остался. Ну ладно. Че это? Джек испугался, что ли, затрясся? Зубы затрещали. Слышал, да? Как у скелета. Так, окей. Патрончики. Собираем, короче, сейчас боеприпасы, потому что мы все потратили. Все, что можно. Ну, вроде тихо, спокойно. Вроде тихо, спокойно. Так, у тебя есть что? Отлично. Надо перезарядить сразу. 60 патронов. Есть кто? Ага. Так далеко. Ну-ка, если с пулемета. Нет, не попасть. Не, походу не попадаю. Я, походу, не попадаю. Ладно. Так. Что здесь у нас? У нас здесь колеса. Отлично. Гранатки тоже подойдут. Опа, здесь патрончики, ништяк, гранаты. Аптечки у меня полная. Окей, наверное, поедем на тачке. Я думаю. Скорее всего. Не буду здесь ничего смотреть больше. Мне нужна сохранка. О, отлично. Яха. Несло. Кто-то видит цель. Отлично, так. Блях, вот эти повороты. Ой, там трагин стоял.
Ладно, попробуем пробиться просто на машине, на скорости. Вперед, 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 вперед. Мимо всех. Это нам, в принципе, уже не впервой. Тихо, 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 тихо. Я тебя запомнил. Опа, 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 опа. Окей. Бляха, а здесь что? А, нет, можно проехать. Да убивай ты его. Убил? Я застрял. Отлично. Хера он мне поснимал. Так, я здесь смогу проехать? Отлично. Отлично. Еще с охранкой. Опа, а здесь я не могу проехать. Там еще и здоровяк, твою мать. Где ты? Тихо ты. Так, ну их, я думаю, на машине нет. Надо... Мочим вот так с дробовика. Херон такой. Херон выстрелил. Короче, стоим. Отлично. Да куда ты пошел-то? Уйди. Он сам себя взорвал? Ай-яй-яй. Вот тебя... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Говнюки ссаные. Давай, 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 умирай, умирай, умирай. Там еще трагины. Как меня бесит, да умирай ты уже. Быстрее, 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 жизни-то вообще нет. Где это гав... Бляха! Он попал по камню. Он попал по камню, как? Как он меня? Да в смысле? Стой ты на месте, куда покатилась-то, бляха! Так, а минус один, минус второй, да? Замочил, замочил, все, отлично. Теперь на островика. Бляха, нет! Умри, умри, пожалуйста, умри! У меня хп просто. Жесть. Это что за дичь такая? Ой, я промолчу. Но комментарий. Бляха! Нет! Нет! Еще один! Да вы что издеваетесь, мать вашу? Вы что издеваетесь? Но он без пушки. Фу! Мне повезло, что он без базуки. Бляха, еще один! Да вы что? Мать вашу! Быстрее! Да сдохни! Это такая дичь. Это Дойл. Видишь маяк к югу от тебя? Следуй по этой дороге. Она приведет тебя к архиву. Обломись. Маяк? Какой маяк? Я не видел никакого маяка. Отлично. Сохран... Ой, не сохранка, а это. Ну вы поняли, короче. Так. Я тебя запомнил! Пускай они там гасятся, наверное, да? Время драть задницы! Отлично. Так, а где, в кого он стрелял? Сдохни-ка. Готов. Тут где-то, короче, этот... монстр. Готово. Готово. Все, нет больше никого.
Фу, небольшой этот передых, короче. Так, вон маяк. Отлично, вижу маяк. Но не получается ехать надо. Так, тачка наполовину целая. Погнали. Стоп. Стоп, 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 стоп. Да стоп! Ой, сохранка. Ну, а чё, можно было просто по пляжу, что ли, проехать? В смысле? Ну-ка, я поменяю тачку, это у меня раздолб... Да уйди ты! Раздолбанная уже. Можно было просто по пляжу проехать, что ли? Да ладно. А я мучился? Жесть. Окей. Эха. Фу. Хорошо. Так, у меня тачка нормально. Идет сохранка. А тут никого? А, тут труп уже. Ладно. Так, а маяк. Дорога рядом с моим. А, там еще один маяк. Окей. Вертолет. На тебя. Фу, я чуть, короче, не упал. Прикинь. Я чуть, короче, не упал. Мост. Это внешний периметр архива. Постарайся прорваться в основное здание. Я понял. Я понял. Еще сохранка. Ёпте мать. А что за крестики? Крестики, что за крестики, нолики? Что за дичь? Это просто дичь. Хорошо, что не перегревается. Так, отлично. Вверх кто-то по мне там шмаляет. Я убил там? Я не вижу никого. Ай, тачка сейчас взорвется. Как тебе такие фрукты? Погоди, этот живой? А, я думал, ты здоровяк. В смысле, а там-то откуда кто? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Допустим. Так, бочки. Бочки надо взорвать, чтобы ненароком меня не взорвали. Аккуратно, аккуратно. Куда ты прёшься? Мать. Готов. Да в смысле? Он, кстати, гасит. Ты его убил? Стопэ, 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 стопэ. Где ты? Готов. Фух. Все тихо, спокойно. Леха, вот жесть, а? Мне ж всего колбасит. Мне ж всего колбасит, мать его.
Ништяк. Это про этот маяк он говорил? Отлично. Боезапасы. Фу. Вы говорили, что не будет больше трэша. Ну, так как такового. Наврали. Наврали. Так, главное здание архива это вот это получается, да? Ёпти мать, там смотри еще сколько народу. Так, а что у меня там по снайперке? У меня есть... Бляха, у меня снайперки-то нет патронов, да? Ну давай это. Раз, два, три, четыре, пять. Это только тех, кто и кого я вижу. Ну-ка, давай-ка, наверное, сделаем следующее. А, я могу еще прибежать. Погоди, они еще с щитами, ёпти мать. Леха, вот уроды. Вот уроды. Так. Короче, делаю так. Выбрасываю вот это. Беру, короче, базуку. Ё-моё. Еще вертушка. Погоди, я больше никого не вижу. Дерево, да? Леха. Стоит за деревом. Отлично, готов. Так, стопы, а это улетели те, кто это? Кого я отметил, что ли? Они улетели? Да ладно. Окей, ладно. Да спустись! Окей. Пойдем в бой. Сохранка. Это и есть основное здание. Вэлл где-то внутри. Удачи в поисках. Спасибо. Так, снайпер, что ли? Ну, реально, это те улетели, короче, чуваки. Со щитами, получается. Всего один, что ли, остался? Да ну. Пошли, пошли, пошли! Забудьте про этот центр управления нахрен, он захвачен, все, с меня хватит, я сваливаю отсюда! Назад! Взять под защиту ученых! Быстро! Так, готов, хорошо. Под защиту ученых каких-то еще взять? Ну, в принципе, вроде меня больше никто не видит здесь. Так, отлично, я все забираю. Отлично. Уже как-то поспокойней. Где вход?